Уютный сквер появился рядом с домом номер 2 на улице Жигура в дальневосточной столице. Главным инициатором этого благоустройства стал житель района Максим Белявский. Он в последний момент узнал о возможности благоустроить территорию по твоему проекту и подал заявку. Теперь у жителей города появилось новое местечко для досуга на свежем воздухе. Изначально я встретился с дизайнером и ландшафтным, который мне сказал, как можно здесь поиграть и что можно здесь поставить для того, чтобы было комфортно для всех. Вот. Сделано было много. Мы разделили данный сквер на три составляющие. Это зона активного отдыха, это качели, зона интеллектуального отдыха, это как раз шахматные столики, да, которые стоят. И зона спокойного отдыха, это как раз лавочки, где можно посидеть, пообщаться, ну и насладиться с лихвой так, природой внутри города. В итоге получилось общественное пространство с озеленением и малыми архитектурными формами, которые уже пользуются популярностью у местных жителей. Жители принимают активное участие в конкурсе, подают проекты благоустройства на финансирование, выигрывают деньги, и появляются такие замечательные пространства у нас в городе. Уже в сентябре на улице Жигура появится еще один сквер. Его строительство ведется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.